Так вот о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о том, что имеет к спорту самое непосредственное отношение. И мы вам показываем магазин «Орбита», который располагается на Завинягина 9. «Орбита», ничего с ней не случилось, она как продавала спортивный инвентарь, так его и продает. И теперь мы вам покажем, что это должно быть в сезоне 2016 года летом. Итак, раз мы говорим о лете, то лето прежде всего сочетается с велосипедами. У нас ведь так, зимой на великах не поедешь, но летом-то круто. По сути, события это еще и полезные для себя и для семейного бюджета. Велосипедом вообще не прокбок, да и ничего, и посчитав прибыль, естественен велосипед. Теперь понятно, почему все его продают, но не везде есть такой ассортимент. Хотите крутизну, пожалуйста, при этом это круть и вверх, но по цене она ниже, чем есть в других местах. Хотите просто прокатиться, пожалуйста, хотите самокаты, тут же. Хотите для детей тоже. К слову о вещах нормальных. Почему бы не огородить часть дорог синей лентой? Для велосипедов непонятно. Заехал за ОНУ и штраф. И понятно, что велосипеды рулят, как и рулили во всех странах. Но лучшее место для вашей покупки это магазин «Орбита», что на Завинягина 9. Когда мне говорят о велосипедах, я скажу, что, ребят, велосипед это вообще очень вкусная штука. По одной простой причине. Вы на велосипеде экономите денежные средства в том числе. Я ездил на велосипеде, представляете, каждый день проезжал 15 километров. Да и сейчас бы тоже проехал бы. Да и буду ездить, естественно, потому что, ну какой смысл? Туда-сюда. Проще прокатиться там 40 минут и понять, что это круто, чем, ну, те же 40 минут вы будете в пробке стоять. К слову о том, что люди ездят на комбинат. Вам что, сложно там поставить переходнички и ставить велосипеды на комбинате? Вы уж поверьте мне, просто ради прикола. Прокатитесь и посмотрите, сколько вы едете с комбината на машине и сколько вы на велосипеде. Вот те же, то тоже и будет. Велосипеды, естественно, здесь, а где еще? Потому что это круто. Потому что все здесь работает для вас. И велосипеды стоят и недорого в том числе. Да, велосипеды хороши, но посмотрите на город. Хорошие и правильные тротуары. Конечно, не везде, но проехать и на коньках, и на скейтах можно. Помнится, то время было, когда я приехал в Америку, да? Вышел, купил себе роликовые коньки. И вот из... это у нас получается, а там Walmart. Большое сетевик такой. У нас пока еще нет таких. И я начал рассекать. Я так рассекал. Подъехал, у меня приятель был Андрей Хиловский. И он так на меня посмотрел, говорит, а я говорю, а я купил. А цена такая же была и не сильно дорогая, кстати. Дальнейшие мои условия эксплуатации роликовых коньков. Я уже и здесь на них ездил, потому что, ну, понятно, да, большие колеса вот такие примерно, или большие колеса вот для мужиков. О. А как вращается, послушайте. Супер. Так вот, просто на них я ездил по городу в том числе, никаких проблем не было. А представляете, какие ножки? Я бы вам сейчас показал свои ножки, чтобы вы поняли, да? Приятные ножки. И, естественно, на них ездил. Теперь возникает вопрос другой. Если вы все-таки катаетесь не очень хорошо, потому что я-то катался хорошо, и мне не нужны были ни наколенники, и наколенники, и все здесь есть. В том числе вы можете купить себе и шлемом. Вот, хорошая тема. К сожалению, я вот этим делом не смог заняться, потому что когда мне дали скейтборд, а дело-то было в 86-м году. Представляете, скейтов тогда вообще нельзя было никаким образом купить. Их просто не было, представляете, не было скейтов, да? Сегодня сейчас есть разные скейты. Если бы это было раньше, то я бы, наверное, на скейтборде катался, потому что, ну, понять надо, как это все раскручивается, да? И показал, потому что, извините, на скейтборде тоже можно круто кататься, и ничуть не хуже, чем на роликовых коньках и на велосипедах. Ну, велосипеды – это тема отдельная. Вот. Что касаемо другого, сейчас покажу, чтобы вы поняли, да? Это вот длинная лонгборд, вот такая. Тоже шикарно работает. И еще есть круче. А вот это новинки. Вот. Кроме всего прочего, они вот так крутятся, понимаете? Навороченные везде. А, крутятся также. Здесь получается два подшипника. Один здешний подшипник и один внутренний подшипник. То есть, ну, я бы хотел показать. Но вот у меня есть такая другая немножко штука, крутая. Вот. В любом случае...
то, чем вы можете заниматься, и по сути, вы не тратите денег ни на что, потому что вы ездите сами по себе, причем еще и качаете себя. Так вот это все здесь есть. Велосипеды, ролики, скейты и вот эта фиговинка. Кроме всего прочего, это и теннис, и волейбол, и бадминтон, и баскетбол, и футбол. А есть еще и сквош, то есть теннис сам с собой. Причем, по сути, это круто. Нашли стенку и работа, сам против себя. Попробуйте и офигейте. Хотели бы вы этим заняться? Да легко. Все для вас есть в орбите. Кстати, незабытые боксы, карате, тэквондо, и борьба, и легкая атлетика. Я ранее таких штук в одном месте-то и не видел. Надо было сюда заехать. И борцовки, и кимоно, и все для бокса здесь есть, и для девочек, и также для всех возрастов. Это, конечно, круто. Но по сути, вы можете и на природу смотаться. И легко. Палатки, бассейны, тут же. Вот я всю жизнь мечтал поиграть в теннис. Теперь я могу это сделать, в теннис поиграть. Потому что я знаю, где это все могу сделать. Хорошие, замечательные ракетки Ларсен. Легенькие, просто легенькие. О, красота. Тема интересная. То есть, в принципе, для лета есть все. Теперь вопрос, где мы будем летом отдыхать, да? Эх, конечно, хотелось в Турцию прокатиться, но вдруг не получится, да? Но с другой стороны, у нас лет тоже неплохой, если честно. То есть мы можем спокойно отдыхать 3 месяца подряд, можно чуть дольше отдыхать. Вопрос, где и как? Если у вас есть свой дом, это хорошо, а если своего дома, то нет, что будем делать-то? Вариант номер 1. Предлагает вам магазин «Орбит». Это замечательные палатки. О, тут палаток, знаете сколько? Если все это перечесть, то мы можем сказать, что здесь 40 палаток, может даже больше, представляете? Где еще такое вообще возможно? Давайте посмотрим. То есть я ходил по всем магазинам, которые торгуют для рыбалки, и там 2-3 палатки максимум. Здесь много. Мало того, если у вас палатка есть, вы же можете рядышком сделать замечательный бассейн. Вон, это есть бассейн, раз, пожалуйста, никаких проблем. И отдыхайте в своей палатке, потому что бассейн прогрелся, почему не нырять? Вот. Естественно, возникает другой вопрос. Пчелки. Пчелки нет, дело нравится. Вот тут комары, и комары вас начинают трын-трын-трын-трын. О, палаточку раз, закрыли аккуратненько, все нормально. Чем мы вам еще бы продемонстрировали, как вы можете отдыхать? Да, пожалуй, ничем. То есть приезжайте сюда, посмотрите, если что-то не получается, найдете, и все дело будет у вас хорошо. Теперь о вещах для отдыха. Отдых-то ведь необходим. Лучший отдых — это когда отдыхает тело, а работают мозги. То бишь шахматы и нарды, и лото. И все, что меняет свою сущность. Сначала покатались, потом поразминались, потом уже мозги включили, и, естественно, можно и поспать. А вот для этого есть и раскладушки, надувные матрасы. И все это есть здесь, в месте товаров для спорта и отдыха. И место это — магазин «Орбита», что на Завинягина 9. Я не могу, я сейчас смеяться начну. Скандинавские палки. Если честно, мне просто в свое время-то, когда я в институте был, мне сказали, что это, ну, бегай, и все будет в порядке, да. Но теперь мы говорим, о, есть люди такие, которые занимаются ходьбой с скандинавскими палками. Да, это хорошо. Вот, возникает вопрос, какие они скандинавские палки? Вот такая штучка, вот такие палки, да, вы их здесь можете купить. Кроме всего прочего, они, естественно, раздвигаются, вот так берете, вот, и пошли. И уже начинаете ходить. Если вы куда-то далеко едете, то есть вообще вопросов нету, сейчас покажу. Она вот все так разбирается и складываете. Вообще проблем нету. Ценники таких палок, да, 1750 рублей. И есть они в магазине «Орбита». Вот, пожалуйста, приходите, покупайте. К слову о том, что находится за моей спиной. За моей спиной замечательные находятся весы. Тоже весьма тема интересная, потому что, ну, сейчас такое случается, что я ничего не могу привезти. Вот, надо бы проверить. Вот, и диски здоровья. Помните, из того самого времени, когда мы все были еще салопедами, и диски здоровья, и все так крутились, все здесь есть. И с того времени, и то, что сейчас по полной программе. Приходите и покупайте. Я не буду говорить про цены, заедьте и посмотрите сами. Я вам говорю о жизни правильной, в котором спорту есть время и место. При этом понять надо, что даже если вы будете просто передвигаться, и для вас это благо. Не надо насиловаться, надо просто иногда из разряда дней за работы выделить времечко и на отдых. И место, где вы все для этого можете приобрести, это магазин «Орбита», что на Завинягина 9.
И когда мне говорят, что спорт это дорог, я говорю, так вы зайдите, посмотрите, и сколько все это дело стоит. Зайдите, посмотрите в магазин «Орбита», потому что дешевле варианта пока и нет. То бишь, мы вам о чем говорим? Все, что угодно есть для вас, пожалуйста. Вы можете купить велосипеды, вы можете, да все, что угодно. Теннис тоже здесь есть. Бадминтон тоже здесь есть. Да все здесь есть. Вы просто зайдите и посмотрите, и определите сами, что оказывается, что занятие спортом это не такое уж большое напряжение вашего семейного бюджета. И вы это делать можете вместе с магазином «Орбита», который располагается здесь, на Завинягина 9.